Ребята, всем привет! Сейчас мы в Тикспрессе, я вам покажу новиночки. Вот такие вот стаканчики. Такая игра футбол. Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И нажимайте на колокольчик. Ну что, начнем? Вот такие вот стёрки высокого качества написаны. Фигурные точилка с ластиком. Скрепки, закладки. Такие вот гелевые ручки с елочками. Их тут 7 штук. Также гелевые ручки со стираемыми чернилами. Балансирующая игра лабиринт. Прояви свою ловкость. Поймай баланс. Здесь 4 лабиринта в одной игре. Такие вот фигурные ластики. Пластики в виде книжечек, супер яркие, разноцветные, разных цветов пластики. Вот такая точилка в виде сумки. Мелкие ароматизирующие с разными вкусами. Такие цветные карандаши и простые карандаши. Кто любит рисовать. Игра безумно. Здесь 100 карт. Веселая карточная игра для любой вечеринки, легкие интересные правила, а также забавные активные игры. Такая вот гравюра блокнот, трафарет, здесь 16 листов. Такой ежедневник с домиком. Такой блокнот с единорожком, кто любит рисовать. Такие тортики в полотенце. Игровой набор объемного мозаика. Здесь 128 деталей. Такая кукла с сумочкой. Какие колеса здесь светятся. Кастомакат такой. Здесь еще играет музыка. Кухонная плита, игра в хоккей. Такие вот кружки. Здесь они двух цветов. Вот такая вот розовая. С розовой игрушкой, здесь написано ВАФ. И такая синяя, там синяя игрушка. Вот такие вот мишки. Здесь они разных цветов. Вот такие мишки музыкальные. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Как кукла танцующая в зеленом, фиолетовом и красном платье. Пишите комментарии.